Всем привет, с вами Лев, и сегодня, ребята, мы продолжаем играть в Майнкрафт, и, ребята, сегодня я, как бы, продолжаю, да, и, в принципе, сегодня я решил сделать, типа, подкаста, да, скоро будет еще какой-нибудь такой разговорный ролик, думаю, сделаю, да, и, короче, да, в принципе, перед началом подкаста, так сказать, да, я, короче, видите, что тут сделал, я сделал такую типа планетку маленькую свою, если что, это, ребята, такая генерация мира с камнем, да, ну то есть такая генерация в Майнкрафте, думаю, вы знаете, типа плоского мира, только намного меньше, да. Хочу рассказать про расписание роликов, да, насчет того, то что буду пытаться снимать ролики почти каждый день пока что, да. Если что, я скоро как бы уеду на недельку. Ну, не на недельку, чуть. Ну, где-то да. В принципе, роликов, наверное, неделю не будет, потому что, ну, как бы, надо будет еще сил набраться. Я, короче, поеду отдыхать. Да, на неделю, в принципе. Ну, не так много, в принципе, но все-таки, да. Пока что я поснимаю всякие ролики. Я думаю, еще одна серия, время какого выйдет. Думаю, дня через три. Наверное, даже раньше. Где-то выходные, я думаю, в воскресенье где-нибудь или в субботу выйдет. Или сегодня пятница. Что-то я вообще уже запутался. Но если сегодня пятница, короче, то значит то, что выйдет этот ролик, а завтра выйдет, получается, по Skywars, скорее всего, ролик, или по мини-игре любой. Может быть, карты даже выйдут. Я пока что еще не снимал, поэтому не знаю точно. Но я хочу по Skywars заснять. Насчет расписания роликов, я буду их выкладывать, знаете, когда я вам скажу примерное время по Москве. Это получается, наверное, 8 утра по Москве и получается в 12 часов по Москве. То есть это будет время, когда будут выходить ролики. Почти всегда так будет. Я буду стараться именно или в 8 утра по Москве, либо в 12 часов по Москве. Ну, еще в 2 часа по Москве. Это вообще там минимум. Это очень редко будет происходить. То есть вот такие три времени, да. Поэтому да, ребята, да. Вот как-то так. Окей. Если что, я снимаю с первого раза, поэтому извините, то что немножко тут путаюсь в словах, да. В принципе, да, это типа я пытался, короче, я не знаю, корабль, катер какой-то построить, но у меня что-то плохо это вышло, какая-то просто коробка. Ну ладно. В принципе, ребята, хочу еще о чем вас попросить, чтобы вы зашли, ребята, под прошлое видео, а именно про время хардкора часть 4, потому что вроде как там даже особо никто комментарий не писал, или не писали, я, честное слово, плохо помню. Ну, по-моему, еще никто не написал. То есть просто хочется, чтобы как-то, не знаю, прокомментировали, потому что я теперь буду под каждой серией именно время хардкора читать комментарии в начале видео. А как их буду читать, если нету комментариев, да? В принципе, логично, да. Поэтому буду, как бы, хочу попросить, чтобы вы их писали иногда хотя бы, да. И под это видео, в принципе, не особо обязательно комментарии. Мне они под это видео не особо нужны. Конечно, будет интересно что-то почитать, но важнее под время хардкора, потому что да. Потому что да. Еще насчет стримов. Ребят, стримы будут, наверное, раз в 3 недельки. Ну, где-то раз в месяц буду стараться стримить. Почему очень? Ну, почему только раз в месяц? Почему так редко? А все достаточно просто, потому что у меня комп слабый, и у меня постоянно проблемы с настройками OBS. То есть я пытался записать вторую часть стрима по время хардкора сборки. То есть первая часть более-менее нормальная вышла, только были некоторые недочеты, были немножко подлагивания на стриме, там со звуком некоторые проблемы были. Вроде как их решил, но стрим вообще не шел. То есть звук нормальный, более-менее был, вроде как и музыка была, но стрим был покадровым. То есть один кадр минуты две мог на месте стоять. Я миллион раз отключал стрим, и все на свете, и ничего не помогало. Перезагружал, даже заново включал две попытки, или сколько я там попыток стримов сделал. Да, вот как-то так, ребята, все сложно получилось. Я не знаю, в чем проблема. Наверное, это даже не только с компом делает, наверное, просто все-таки что-то с настройками, ну это по-любому что-то с настройками, потому что вроде как у меня, когда я только начинал стримить через OBS, вообще первые стримы были, у меня, по-моему, то же самое было.
Ну ладно, ребята, в принципе, будем заканчивать. Спасибо за просмотр этого видео. Посмотрите, прошлое видео, как я уже вам как бы сказал, да, оно получилось достаточно интересным, там, и попугался, поорал, и в мир новый отправились, все на свете. В принципе, да. Ну, возможно, не все даже видели эту сборку, не все подписчики, в принципе, ну вот, в принципе... Еще раз давайте я весь плейлист прямо сейчас отправлю, да, вот там вот наверху, если у вас аннотации не выключены, вы увидите, да, кружочек, в принципе, ладно, эта подсказка там должна была вылезти. Окей, всем спасибо, пока-пока и удачи, пока-пока!